лиги, христианской футбольной лиги. Пошел мы сейчас попробовать сделать анонс на 19-й тур. У нас будет 22 сентября. Так, начнем. Первая игра на 9:00. Команда Борисполь против команды Голливуд. Я думаю, что в этой игре будет явное преимущество команды Голливуд. И она сумеет еще раз показать свою качественную игру и уверенно обыграть. Но тем не менее, Борисполь, я думаю, после поражения с прошлого тура настроен тоже как-то на боевую игру. И я думаю, что он сумеет показать хороший отход. Может быть, у него что-то будет даже получаться, и он сумеет достигнуть хорошего результата для себя. Какой, я не знаю, играют они или на ничью, или на победу. Но я думаю, что если они постараются, думаю, все будет хорошо. Но тем не менее, в последнее время Голливуд как-то так хорошо, качественно обыгрывает, что не приходится задумываться о том, что или приедут, или не приедут игроки. Они всегда приезжают в хорошем составе, показывают хороший футбол, и поэтому обыгрывают любых противников. Да, конечно, они сейчас почти догнали второе и первое место, но тем не менее немножечко упустили в первом круге очков, поэтому пытаются сейчас догнать упущенное. Я все-таки верю в команду Голливуд, думаю, что она одержит победу, если только не случится что-то такого, чего они не будут ждать от команды Борисполь. Итак, вторая игра на 10:00, просто которая Украина будет давать отпор команде «Авангард». Я думаю, что в этой игре все-таки победит команда «Просторы Украины», потому что чуть лучше она смотрится в последнее время, более результативно играет как-то, более качественно умеет сыграть. То есть у них хорошее такое настроение всегда у игроков, они качественно подготавливаются и умеют поддержать друг друга. Это очень важно, потому что когда команда без поддержки играет и друг друга обсуждают, обвиняют, то футбол прекращается просто в разговоры. И все опускают голову и не хотят даже уже доигрывать, не хотят как-то выигрывать. То есть просто падают духом. Поэтому я похвалю команду «Простор Украины» в том, что она действительно умеет всегда качественно подготовиться к игре психологически и также физически. Поэтому «Авангарду» будет сложно сыграть против нее, потому что очень плохую игру она показала в прошлом туре, пропустила очень много голов. Поэтому она будет или играть на удержание, или просто же будет играть в защитный футбол, потому что команда «Простор Украины» очень качественная линия нападения, они очень умеют хорошо, не спеша, такие атаки проводить, и они приводят очень быстрому взятию ворот. Поэтому я думаю, все-таки «Простор Украины» одержит победу. Итак, третий матч команды «Галактика» против команды «Кумовья». Мне кажется, надо отбирать очки у команды «Кумовья» в этом туре, потому что «Галактика» сейчас уверенно идет вверх. Конечно, много очков еще не хватает им, чтобы выйти на третье место. Но, тем не менее, я думаю, у них получится в этом туре, если они соберут достаточное количество игроков и сумеют правильно выстроить и защиту, и нападение. Я думаю, у них есть шанс обыграть команду «Кумовья». Да, конечно, команда «Кумовья» сейчас на подъеме, очень хорошо они играют в этой лиге. У них очень достаточно много забивают голов игроки, то есть результативная команда, но тем не менее не всегда все слаживается так, как планируется по их сценарию, поэтому я думаю, что будет у нас интересный матч, и я все-таки верю в команду «Галактика», что она сумеет забрать очки у этой команды. Итак, четвертый матч, 12:00, команда «Юнион» против «Винтергарден». Мне кажется, тоже будет интересная игра, потому что непростые команды встречаются. Да, конечно, в последнее время «Юнион» не совсем показывает ту игру, которую мы хотим от нее видеть, но тем не менее что-то у них иногда и получается, и даже если как-то не везет команде, на первом тайме показывают всегда почти стабильную игру, но во втором пускают и инициативу, и как-то опускают руки, поэтому я думаю, что у «Винтергардена» есть все шансы обыграть «Юнион», но тем не менее в том случае, если они будут играть так же хорошо, как играли прошлые туры, потому что они сейчас уверенно последние три игры сыграли, показали хороший футбол, обыграли в прошлом туре своего противника, и я думаю, что тоже будут играть на победу. И я думаю, она им достанется, конечно, не с легкостью, но тем не менее с боевой такой игрой команды «Юнион». Итак, 13:00, команда «Гвадаладжара» против команды «Дипровец». Ну, в этой игре не хочу кого-то выделять. Есть шансы у команды «Гвадаладжара» и у команды «Дипровец». Ну, чуть лучше, наверное, будет смотреться команда «Дипровец» за счет того, что у них лучше будет вратарь, за счет того, что у них чуть лучше линия нападения. Но тем не менее стоит похвалить и «Гвадаладжару», который очень хорошо, качественно играет в отборе
своих ворот. То есть очень цепкие такие игроки, они умеют всегда играть в защите качественно, без фолов. То есть очень сложно подобраться к воротам Гвадаладжары. Но тем не менее я верю, что Днепровец сумеет что-то найти, подобрать какой-то ключ к этому замку и как-то забрать 3 очка. Потому что последние туры она в основном теряла очки, и я думаю, что им уже это надоело. Поэтому посмотрим, как будет, оправдать ли она наши надежды. Итак, 14:00, команда Профлан против команды Торсаж. Ну, в этой игре, мне кажется, может быть, наверное, все-таки ничья, потому что Торсаж команда непростая, и я всегда как-то ожидаю их игры такими непредсказуемыми, потому что, да, действительно, немножечко где-то сдает, но где-то у нее есть свои такие преимущества, которые позволяют играть на победу, иногда на ничью против сильных игроков. Тем не менее, все-таки Торсаж хорошая команда. Да, конечно, она не собралась в прошлом туре, у нее не получилось приехать на игру. Но когда она приезжает и когда она собирается, то нам следует ждать опасной игры. И следует ждать действительно хороших красочных моментов, которые приводят к красивому взятию ворот. Много хороших прострелов с своей половины поля делает Торсаж, иногда забивает такие неимоверные голы, которые ты уже думаешь, что уж как так можно забивать, но она забивает. Поэтому Профлайн будет тяжело. Да, конечно, Профлайн тоже непростая команда. Судя по последним турам, она очень качественно отыграла игру против Столицы в прошлом туре. Да, конечно, не выиграла, но играла очень достойно. И я считаю, что есть шанс у нее в этом туре показать такую же игру. Но, тем не менее, победит в этой игре все-таки сильнейшая, если получится. Поэтому не будем загадывать, а уже увидим, как оно будет в эту субботу. Итак, последний тур, который у нас замыкает, команда Столицы против команды Легион. Ну, наверное, будет достаточно простая игра для команды Столицы, так как Легион сейчас в последнее время немножечко не может показать то, что он может, и немножко сдает. Поэтому Столица будет играть на победу, только на победу, и поэтому тут даже нет разговора о ничьей или о поражении. Поэтому пожелаю просто Легиону укрепиться и постараться как-то отыграть на минимум, чтобы был не такой уж большой разрыв в игре. Спасибо за внимание, будьте здоровы!